Мы, по сути, с вами можем работать с Investor Trust, а можете заключать отношения. Вторая компания – это компания Grave. Я просто в нескольких слайдах вам покажу, насколько сильный это финансовый институт. Зарегистрирована в Австрии. Дата создания компании – 1828 год. То есть, еще раз, компания создана до Первой мировой войны. Это, к слову, там о надежности, еще каких-то моментах. Компания представлена в 14 странах через представительство, и с СНГ-зоны компания работает через представительство MedLife. MedLife Insurance зарегистрирована на Кипре. Гарант по сохранению средств – Австрия. Вы, как клиенты, перечисляете средства в Австрию. То есть гарант размещения ваших средств – австрийская материнская компания Grave Group. То есть еще раз, порядка 18 миллиардов евро – хранятся в банках австрийских, то есть у нее есть свои собственные банки, есть недвижимость. Grave Group – это, в принципе, второй владелец недвижимости в Австрии после государства. Это, опять же, к слову, надежности там и так далее. Оцените, насколько сильны финансовые институты, ну, европейские. В принципе, все деньги мира хранятся там Австрия, Швейцария. То есть, что бы ни происходило, СНГ-зону обнуляют. И если у вас уже есть капиталы, вы ищете, где их разместить, но априори австрийский партнер – это очень надежное то, что может сохранить и защитить ваши средства. Если у вас нет еще капиталов, но вы готовы регулярно, системно где-то их сберегать и выбираете место, а где же я буду хранить, инвестировать свои деньги на сроках там, 10 лет плюс, 10, 15, 20 лет плюс, может быть, пенсионный план, то, соответственно, вам тоже желательно выбрать нормального, надежного, самого или одного из самых надежных финансовых посредников. И вы видите, что компания Grave Group принадлежит большое количество европейских банков, то есть страховая эта компания выше, чем банки, потому что они более древние, более давние, у них больше денег. И у них есть свои компании по управлению недвижимостью и свои инвестиционные банки. В чем преимущество таких страховых продуктов? Ключевое – с регулярным взносом вы инвестируете, либо просто сохраняете средства в страховой оболочке полиса, и все это делаете, опять же, под гарантией страховой компании. При этом сама страховая компания в случае Австрии обеспечена собственными средствами. То есть страховая компания не может привлечь с рынка средств больше, чем у нее есть собственных средств. Это основное отличие от банков и прочих финансовых посредников. У брокеров нет денег своих собственных, у банков есть там не более 30%, а чаще менее. То есть они просто торгуют циферками на счетах. Страховая компания обеспечена в случае с Австрией собственными средствами. И это гарантия надежности и сохранности ваших средств. При этом у Австрии, у компании MedLife этот коэффициент там 375%. То есть у компании почти в 4 раза больше денег, чем привлекаемых. То есть это, к слову, насколько это надежно. То здесь я вам покажу страховые продукты, где через страховую компанию вы, по сути, покупаете фонд, облигационный фонд, в который в евро номинирован, и, по сути, можете получать тихенько и спокойно доходность в евро. Здесь вот перечислены два фонда, кому интересно, вы можете посмотреть. Value Investment Fund, опять же, Security KIG – это те ребята, которые управляют деньгами Grave Group. Деньгами Grave Group, опять же, 1989 год, инвестиционный банк Security KIG. Активы под управлением более 18 миллиардов евро, вы видите, то есть это очень крупные ребята, и по большому счету вы можете покупать инвестиционные фонды в страховой оболочке полиса, при этом очень надежно, консервативно, и опять же, здесь вы видите, что надзор регулятора Австрии, австрийское законодательство – одно из самых жестких законодательств с точки зрения финансов, гарантий и так далее. Ну, в принципе, европейская еврозона.